Лунные электромобили для НАСА, улыбка робота, летающие автобусы, робот-копатель и новости искусственного интеллекта. Все самое интересное из мира высоких технологий за неделю в одном видео. Lockheed Martin и General Motors разработают для НАСА лунный электромобиль для миссии Артемис. Lunar Terrain Vehicle будет оснащен технологиями автономного передвижения, системой машинного зрения, и у него будет более высокий запас хода по сравнению с лунными автомобилями миссии Аполлон. Всего НАСА планирует финансировать разработку двух типов лунных транспортных средств — открытый ровер Lunar Terrain Vehicle или LTV и более крупный закрытый мобильный комплекс Lunar Surface Science Mobility System. Второй будет представлять собой герметичную многоколесную мобильную исследовательскую лабораторию. Лунный ровер LTV должен быть полностью электрическим, способным подзаряжаться с помощью бортовых солнечных панелей или других систем, а также внешней инфраструктуры, которую разместят на Луне. LTV будет перевозить двух экипированных астронавтов и грузы массой до 500 кг на расстояние хотя бы 2 км на одном заряде батарей. Но еще до того, как миссия Артемида стартует к Луне, НАСА планирует отправить туда своего первого мобильного робота в поисках льда и других ресурсов на поверхности спутника и под ней. Данные с вездехода Volatilis Investigation Polar Exploration Rover или Viper помогут агентству нанести на карту ресурсы на южном полюсе Луны, которые в один прекрасный день можно будет собрать для долгосрочных исследований человека на Луне. Viper впервые в истории будет использовать фары для изучения затененных областей Луны. Эти области не видели солнечного света миллиарды лет и являются одними из самых холодных мест в Солнечной системе. Работая на солнечной энергии, Viper должен будет быстро маневрировать между областями света и темноты, чтобы не замерзнуть. Луноход сможет катиться по поверхности или использовать колеса как ноги, поднимая и опуская их на рыхлой поверхности. Viper будет запущен на Луну в 2023 году и проработает на ней не менее 100 земных дней. В будущем роботы будут проводить большую часть исследований космоса за нас, поэтому очень важно заставить их безупречно сотрудничать. Проект ProAct направлен на то, чтобы несколько роботов работали вместе для выполнения задач. Недавнее видео от проекта продемонстрировало слаженную работу шестиколесного вездехода Велес, шестиногой шагающей роботизированной системы Mantis и Mobile Genty, четырехколесной системы с 3D-принтером. Очень ждем, когда такие роботы, как Mantis, отправятся исследовать другие планеты, так как они выглядят гораздо более зрелищно, чем роверы. Исследователи Массачусетского технологического института разработали пальцы для робота-копателя Digger Finger, которые позволили роботу точно определять, что за предмет он нашел в песке, рисе или другом сыпучем материале. Пальцы достаточно тонкие, чтобы проникать в песок, достаточно подвижные, чтобы свободно извиваться и не застревать, и достаточно чувствительные, чтобы детально определять форму закопанного объекта. Готовое устройство острой формы оснащено тактильным датчиком, представляющим собой 2 квадратных сантиметра сенсорной мембраны, под которой находится гель. Робопалец может вибрировать и изгибаться, чтобы не застревать в песке. Исследователи рассчитывают, что в будущем устройство сможет безошибочно распознавать объекты в песке или под водой, будь то кабель или мина. Исследователи Columbia Engineering используют искусственный интеллект, чтобы научить роботов правильно реагировать на выражение лица человека. Предполагается, что это усилит доверие и симпатию к роботам. Результатом 5-летней работы стал автономный робот Eva с мягким лицом, который старается повторять выражения лиц окружающих людей. Робот может выражать 6 основных эмоций — гнев, отвращение, страх, радость, печаль и удивление, а также старается имитировать более тонкие эмоции. Движением лица управляют искусственные мускулы, то есть кабели и моторы, которые притягивают определенные точки на лице Эва, имитируя движение более 42 крошечных мышц человеческих лиц. Как вы считаете, получилось у робота выражать эмоции, и стал ли он вам благодаря этому более симпатичным? Пишите в комментариях. Исследовательский институт Toyota поделился со всем миром исходными файлами дизайна и полными инструкциями по сборке своего мягкого роботизированного захвата Soft Bubble Gripper. Цель — в ускорении, развитии и совершенствовании технологий мягкой робототехники. Мы надеемся, что наши друзья и коллеги смогут протестировать нашу технологию, улучшить ее и приблизить нас к созданию роботов-помощников, которые помогут обеспечить независимость, достоинство и радость людям с ограниченными возможностями или возрастные проблемы, — сказал Алекс
Альспах, менеджер тактильной группы робототехники TRI и ведущий разработчик Punio Soft Bubble Gripper. Для тех, кому интересно, оставим ссылку на инструкцию к робозахвату в описании. Tesla запатентовала крышку кузова для Cybertruck со встроенными солнечными панелями. Панели будут подпитывать тяговые аккумуляторы. Крыша, представляющая собой роль ставни со встроенными солнечными панелями, будет предоставляться в качестве дополнительной опции. Кстати, на сегодня компания получила уже более 1 000 000 предварительных заказов на свой пикап. Boring Company приступила к масштабному тестированию своей транспортной системы под комплексом зданий Las Vegas Convention Center в Лас-Вегасе. Перевозки будут осуществляться, конечно же, на электромобилях Tesla. Система длиной более 1 000 км имеет 3 станции. Начальная и конечная располагаются над землей, а средняя — под ней на глубине около 10 метров. Пока проект не работает как надо из-за ограничения скорости машин и многочисленных недоработок. Но мы верим, что в будущем все наладится. Microsoft представила новую технологию, основанную на алгоритме обработки естественного языка GPT-3. Новая вспомогательная функция в программе Power Apps превращает естественный язык в готовый код для создания сайтов и приложений. Функция может создавать формулы только в Microsoft Power FX, простом языке программирования из формул Microsoft Excel, который используется в основном для запросов к базам данных. Однако она демонстрирует огромный потенциал машинного обучения для помощи начинающим программистам, функционируя как инструмент автозаполнения кода. Американский стартап Merlin Labs получил поддержку Google для создания систем автономного управления самолетами. Технология может быть интегрирована в любой самолет и обеспечит полностью автономный полет без удаленного управления. Тестовые полеты будут проходить на территории аэрокосмического комплекса в пустыне Мохаве на юго-западе США. Американский стартап Kelly Kona представил летающий автобус на 40 человек с вертикальным взлетом и посадкой. Электрический аппарат опирается исключительно на аэродинамику фюзеляжа, что позволит ему приземляться и взлетать со сравнительно небольших площадок. Разработчики утверждают, что машина сможет перевозить полезный груз весом до 4,5 тонн, дальность ее полета составит более 500 километров, которые она будет преодолевать в течение часа. Летать автобус будет благодаря 4 блокам сдвоенных канальных пропеллеров с лопастями с переменным шагом. Блоки поворотные, что позволит использовать винты для взлета, движения по горизонтали и посадки. Каплевидная форма приплюснутого фюзеляжа должна создавать подъемную силу при движении по горизонтали. Но где Kelly Kona собирается взять батарею, способную поднять в воздух такую взлетную массу, история умалчивает. А вот китайская компания Yihang представила абсолютно реальный проект автономного аэротакси для региональных перелетов на дальность до 300 километров. Двухместный дрон VT-30 способен находиться в воздухе 100 минут или преодолеть 300 километров на одном заряде аккумуляторов. Аппарат прошел ряд аэродромных испытаний и вскоре будет готов для полевых. Модель в виде самолета с толкающим винтом оснащена 8 двигателями с пропеллерами для вертикальных взлетов и посадок. Напомним, что одноместный аэротакси Yihang уже летают в ряде городов Азии и активно продвигаются в Европе, где компания собирается построить дронопорт. Помимо аэротакси, жители Китая скоро, видимо, смогут передвигаться еще и на поездах на магнитной подушке. Скоро в Поднебесной построят испытательную линию для таких поездов, способных разгоняться до 1000 км в час. Строительство уже стартовало в округе Янгао, города Датун. В этом году в Китае уже были запущены первые поезда на магнитной подвеске со скоростью до 600 км в час, и настало время для нового этапа. Испытания будут проходить в 3 стадии на линиях длиной 2, 5 и 15 км. Особенность проекта — движение поезда происходит в трубе с частичным вакуумом. Компания Unitree Robotics загадала загадку в своем твиттере, опубликовав видео и спросив у подписчиков, для чего может быть использовано. Если у вас есть идеи, пишите в комментариях, а мы позже опубликуем правильный ответ от компании. Компания SberAutoTech, входящая в экосистему Сбера, представила прототип полностью самоуправляемого электромобиля Flip. Платформа собственной разработки компании обеспечивает максимальную гибкость компоновки и позволяет реализовать необходимую конфигурацию — грузовую или комбинированную. Система аккумуляторного питания позволяет заменить все модули за 5 минут, что сравнимо с заправкой авто традиционным топливом. Автопилот 5-го уровня автономности способен управлять машиной в любых условиях, получая данные от бортовых камер
камер, радаров и лидаров. Флип может общаться как с другими аналогичными транспортными средствами, так и с дорожной инфраструктурой. Ждем появления концепта на улицах Москвы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк видео и не пропускайте новые выпуски из мира высоких технологий.